Ремонт улицы Чапаевской в Самаре ведут сразу в двух направлениях. Пара асфальтоукладчиков в ночи двигаются по разные стороны от пересечения с Ленинградской. 25 человек из 4 бригад и 12 единиц техники позволяют ремонтировать улицу в 2 раза быстрее. Если позволит погода, закончат уже в августе, после чего начнется контроль выполненных работ. По завершению работ, как бы, чтобы не вылазить за рамки контракта, будет оформляться документ. То есть будут проводиться лабораторные испытания и замеры. То есть кураторы будут выезжать на объект, смотреть все это и принимать работу. Комплексный ремонт улицы Чапаевская начался в июне. На улице срезали старый асфальт и уложили нижний выравнивающий слой. Уже приступили к укладке верхнего. На участке длиной 2 километра и площадью 20 тысяч квадратных метров заменены люки колодцев и бордюрные камни. В порядок привели тротуары, приступили к благоустройству газонов. За ночь подрядчик уложил 1200 тонн высокопрочной полимерной смеси, за счет которой покрытие проезжей части будет устойчивее к погодным перепадам и механическим воздействиям. Жители к ночным работам относятся с пониманием. Днем ведутся работы по устройству тротуара и по замене бордюрного камня. Работа по устройству асфальтобетонного покрытия на проезжей части днем вестись не могут, потому что на данном участке дороги интенсивное движение. Мы предупреждаем жителей о том, что ночью будет производиться работа по укладке асфальтобетонного покрытия. Жители относятся с пониманием. Они понимают, что это в их же интересах. Комплексный ремонт выполняют по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». За счет нее только в Самаре до конца этого года отремонтируют 46 улиц. Всего же в Самарской области отремонтируют 93 дороги, в том числе и в других городах региона. Марина Матвеевична, Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События.